Я лежу на хирургическом столе пластом. Два ранения огнестрельных в теле молодом. Голова прострелена контрольным выстрелом. Уже светает. Опознали родственники, близкие, друзья. Труп остывший с номерком на пальце, это я. И жена в истерике, беременна она. Вот так бывает. Красиво и легко. Дим вернулся с армии совсем не так давно. Ни образования, ни работы, ничего. Лишь цель подняться. Потянули старые приятели к себе. И мутил под крышей много криминальных тем. Но в один обычный день случился беспредел. Бессмысленные слова мне не нужны, бессмысленной была такая жизнь, оставив только боль в горьких слезах и вечную любовь в сердцах. Бессмысленные слова мне не нужны, бессмысленной была такая жизнь, оставив только боль в горьких слезах и вечную любовь в сердцах. А теперь по кладбищу несут гроб на руках. Девушки, рыдая, раскраснелись все в слезах. И оркестр знает свое дело на жмурах. Подпев играет, опустив могилу, гроб засыпали землей. Памятник из мрамора воздвигнули братвой. Эпитафия скорби золотой строкой. Бессмысленные слова мне не нужны, бессмысленной была такая жизнь, оставив только боль в горьких слезах и вечную любовь в сердцах. Бессмысленные слова мне не нужны, бессмысленной была такая жизнь, оставив только боль в горьких слезах и вечную любовь в сердцах. Как-то так. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставили лайк, подписались, нажали колокольчик. До новых встреч. Увидимся.